Слушай, а как Саша Ключ так вылечился от гепатита? Ну, сейчас новые эти препараты есть, индийские. Вот ты лечился от гепатита, тебе же какими-то инновационными там препаратами. Я 7 лет назад лечился, сейчас совсем другое, сейчас другие препараты. Это вообще. Вот раньше только препарат Пегасис был, да? Ну, один из самых передовых. Блин, препаратов. А как же у него называется препарат? Фиг его знает. Ну, короче, то есть это... Сейчас они там ни побочки особо нету, ничего. Это индийские какие-то препараты. О, препараты Индира Ганди. Да. И они, то есть, вылечивают нормально. Но опять же, знаешь как, все зависит от этого. У вируса есть эти, блин, как сказать, ну, типа класс там. Первый, второй, третий, все. Вот какой-то этот. У меня был второй, по-моему. Вот, он поддается лечению. А первый. Или. А третий, по-моему, не поддается лечению. Ну, Саша, я хрен его знает, какой там класс. Если вылечил, значит, ну, то есть это, то есть нормально. Ну, ты видишь, он тоже долго стоял на вот эту, на очередь, ну, на программу, блядь. Блядь. Ни хера себе. Он мне как сказал, блин, что это стоит там, блин, чуть ли не 500 тысяч, я подохренел, блин. Ну, я, то есть... А откуда эти деньги? Кто вам деньги эти дает? Никто не дает, нам бесплатно выдаются. Да это понятное дело, а кто спонсирует это все? Министерство здравоохранения. А, Министерство здравоохранения. Да, у них есть программы такие. А что они всех сразу-то не вылечат тогда? Блин, ну зачем сам, очередь такая? Ну сам прикинь, сколько народу им болеет, блядь, и сколько сразу денег надо потратить. Хотя один вещевой в месяц обходится государству. Ну так я вот про это и говорю, да. 10 тысяч долларов, ну, один, да, вещевой в день, ой, в месяц. Ну. В месяц. Но платит-то не Россия, не государство, никто не платит. Это из зарубежных фондов поступает все. А я слышал, что вообще СПИДа нет. Ну, есть такая, да, теория. Что есть это... просто, как, ну, бы, ну, я тебе говорю, вот хреновая иммунка. Вот это все лечение они получают не из российского бюджета. А им-то какая выгода? Кому? Ну, кто спонсирует это все? Ну, ты знаешь, на них миллиардами там долларов жертвуют. А зачем? Для борьбы с этой херней. Со СПИДом? Ну, ВИЧ, да. Вообще, кто придумал этот ВИЧ? ВИЧ? Ну, насколько мне я... вот тоже кажется, это ВОЗ придумал. Насколько я знаю, первые эти зарегистрированы были, блядь, чуть ли не в Африке, там какой-то, блядь, идиот обезьяны трахнул, блядь. Ну, это, блядь, по-моему, сказки какие-то. Вот, Тарзан, что ли, блядь? Ну, вот смотри, Тарзан натянул на кукан мартышку. Слушай. У обезьян, у шимпанзе, у хуинзе, у них есть этот вирус иммунодефицита, но он к человеку хуй знает как, передается, не передается, понимаешь, не знаю. Ну вот, оттуда и пошла вся эта хуйня. Ага. А первые зарегистрированные, это, блядь, это... Короче, шарапа, смотри, какая тема. Я так это... понял, что вся вот эта зараза идет от зверей, да? Вот в Монголии какого-то барсука там сожрали, блин, вспышка чумы. В Ухане мышь сожрали, вспышка ковида, блин. Здесь мартышку сожрали или там что с ней там сделали, блин, СПИД попер, блин. Ну вот такая вот херня, да. Мы много этих всяких этих болезней, блин, мы получаем от животных, на самом деле. Они передаются в человеке, мутируют и пахнут. Какой-то есть мужик, он, то есть, не может заразиться ВИЧом. Он гомосек тоже какой-то. Но он, все его... Волшебный гомосек. Железный, я понимаю. Железный. Он все, вот кто, с кем он жил, эти пидоры, все померли от ВИЧа, а он хуй, у него даже в крови его нет. О, как, блять. Вот такая вот хуйня. Их несколько человек по миру, которые это... восприимчивы к ВИЧу. Это снежный человек. Да. Это снежный человек. Конечно, согласен, что это снежный человек. Это Йети. Йети-то похер все, наверное, мне так кажется, блин. Йети, да Йети. А может и те. Может и Йети. Слайдермен. Слайдермен. Я знаю, не Слайдермен, есть человек Маук. Он, знаешь, Маук, он такой Мау, Мау. Человек Маук. Вообще Слайдермен. Не, не знаю про такого, про Маука знаю. А откуда это человек Маук? Человек Маук? Да. Это что такое? Бля. Ну, только когда увидишь какого-нибудь
товарища, который такой мяу, мяу. Да мы раз просто шли за тубдиспансером, смотрим, там это какой-то солевой катается по траве, и у него там язык заплет. Мау, 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 вот это был человек-маук. Мау, мау, что-то там. Тебе хорошо, чувак, тебе плохо. Мау, мау, человек-маук это был под солями. Вот такая вот фигня.